Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. За мной и прикрывай! Хорошо! Дядя! Стреляй в них! Я расчищу нам путь! Ладно! Выпускай стрелы быстрее! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Ты ранен? Нет, нет! Ого! Красота! Свет восстановил весь храм! Он тут основа всего! Погоди! Он поет! Я слышу... Ее голос! Я же тебе говорил! Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я хочу... Жди здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Но...
Я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет... Прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. Моей команде выпусти стрелу в камень. О! Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Лестница завалена. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Yeah.
Бурного Павлу! Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Una da ora! Busque badanina! Busque badanina! Сын. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу.
Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Ну давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И... Слух. Учись. Учусь. Опять будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется.
Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Наконец-то. Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться.